Студенты ДВФУ внимательно слушают наставления от тренера. Речь идет и о борьбе с самбо, и о том, как справляться с волнением перед соревнованиями. Последнее особенно актуально, ведь уже совсем скоро эти борцы вместе со своими коллегами из Владивостока будут принимать в университете турнир «Мемориал Юрия Потапова» — самые крупные международные соревнования по самбо на Дальнем Востоке. Ожидается порядка 260 участников. Это представлены страны АТР, страны ближнего зарубежья, страны СНГ, ну и субъекты Российской Федерации. Москва, центральная часть России, западная часть России, Сибирь, Дальний Восток. Турнир проводится с 1998 года. Место встречи никогда не менялось, а все потому, что именно здесь, во Владивостоке, работал Юрий Потапов, первый президент Приморской Федерации самбо и дзюдо. Единственным отличием в этот раз станет то, что бои пройдут не в городе, а в кампусе ДВФУ. Местная сборная студентов готова принимать гостей со всего мира во всеоружии. Дело в том, что у нас среди первокурсников есть специализация борьба, и вот лучших там на соревнования проходят в конце каждого семестра, и по результатам этих соревнований мы отбираем себе в команду. Есть, естественно, и титулованные спортсмены, и те, кто поступали уже кандидатами в мастера спорта и становились мастерами, и те, кто пришли, вот первокурсники, есть мастер спорта, который поступил в этом году. Мужчины и женщины выступят в 9 весовых категориях. Практически в каждой из них примут участие до 5 спортсменов, входящих в основной и юниорский составы сборной команды России. Конкуренция большая, но это самбистов не отпугивает. Напротив, высшая категория турнира позволит завоевать самый лакомый кусок, а именно звание мастера спорта международного класса. Правда, идут на турнир наши спортсмены не только за этим. Наверное, первостепенная цель — стать первым на этих соревнованиях, а вторая цель — это уже выполнить звание какое-то. Чтобы выполнить звание, нужно еще на России в пятерку войти. Ну, первая цель — как бы стать первым сейчас. А вот, например, для Дарьи звание сейчас важнее всего. Самбистка уже имеет золотую медаль первенства мира, а также бронзу Кубка России. Говорит, что выступать там, на выезде, куда проще. Дома, конечно, стены помогают, но вот только ответственность возрастает в разы. Наверное, первенство мира сложнее эмоционально. Хотя, знаете, вот когда на финальный Потаповский выходишь, постоянно проводилось в олимпийце, выключают свет, включают музыку, вот эти прожекторы на тебя светят, очень тяжело, очень давит. Вот это перебороть себе страх, еще публики, то, что так много. Обычно на чемпионаты первенства мира не так много людей приходит посмотреть. Мемориал Юрия Потапова пройдет с 15 по 16 апреля. Торжественное открытие международных соревнований состоится в корпусе С кампуса ДВФУ. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на 8.